округе продолжаются рейды по выявлению нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В этот раз инспекторы отправились в городок 17. Жители неоднократно жаловались на стихийные навалы мусора. Нарушений нет, мусор собран, контейнера находятся в аккуратном состоянии. Контейнера хоть и полные, но все, так сказать, убраны. Единственное, конечно, что у нас контейнера, в которых находятся для пластиковых отходов, заполнены бытовым мусором. Это, конечно, большое упущение. Для устранения таких нарушений проводят тщательную работу с жителями. Разъясняют, куда и как складировать мусор. Чтобы обеспечить чистоту и порядок, следят за плановым вывозом отходов. Такие рейды в поселении проводятся еженедельно. Важно держать руку на пульсе и следить за порядком. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».